ночью встал просто, пошел на кухню, услышал хлопок легкий. Думал, ну, наверное, как всегда ПВО сработало. Лег спать, а утром уже в новостях увидел все оставшиеся. Не было ни взрывной волны, ничего? Нет, ничего, ни окна не тряслись, ничего. Легкий хлопок, как будто вдалеке где-то. Ранним утром состоялась атака, по предварительной, опять же, версии беспилотных летательных аппаратов. Вот, к сожалению, результативная. Работа была сразу же организована силами Министерства по чрезвычайным ситуациям нашего главного управления МЧС по городу Севастополя. Вот, сейчас работает штаб. В настоящее время пожар фактически локализован. Те бочки, которые цистерны, которые можно было спасти, они все сейчас отрезаны от огня, охлаждаются силами, значит, пожарных расчетов. И это, значит, приносит свой успех. Те четыре цистерны, собственно, по которым две и две в двух секторах, по которым, значит, были нанесены удары, они в настоящее время, если говорить там о, собственно, проблемах или там каких-то ситуациях, которые могут возникнуть в связи с этим инцидентом, то на снабжение топливом Севастополя это никак не отразится. Здесь хранится оперативный резерв, который никак не задействован в обычной жизни. Что касается выбросов, которые возникают в атмосферный воздух из-за горения нефтепродуктов, то сейчас Роспотребнадзором проводится замер БДК, прежде всего, в районе Бухты Казани.